снова намело у нас в Тверской области. Сейчас лопату сниму, покажу. Лопата самодельная полностью. Это придурок делал. На вагонзаводе ее делали, да? По секретным чертежам. А, поворотная. Она же поворотная, да? Да. То есть проставки два сюда, либо туда ставишь, да? Да. И она получается туда. Но они все там со своего металла делали, да? Что, завелся, да? Сейчас, с той стороны. Говорить-то. Вагон-завод Тверской делал. А что-то сегодня никуда, ничего, да? Какого он года? 91-го. 40-ан такой же, точно-точно, нахуй. Единственное, навески на нем нету, и этот, крыша переделана. И стоит на нем старого образца кун с ковшом. Колесо одно новое вообще полностью, второе херовенькое. Ну такой, не очень. Просит за него 200, 160, 170 он готов отдать. А, и 53-я резина там стоит на нем.